лучшее снаряжение во всем городе. Лучшие цены в городе. Если передумаешь, заходи. Исаак умеет сканировать все блоки базы и отслеживать изменения, так что ты всегда будешь в курсе дела. И чем лучше мы организуем работу базы, тем больше сможем сделать для города. Силовой корпус пребывает в запустении, еще здесь не хватает капитана Бенитеса, его ВТГ обожают. Бенитес наверняка поможет нам с разведданными и огневой поддержкой, так что мы сможем очистить улицы от этой мрази. В медицинском блоке сейчас полный раздрай. Тут нужен вирусолог, тогда мы сможем заняться изучением вируса и получать больше припасов. Не только для гражданских, но и для себя тоже. Технический блок переживает не лучшие дни, но если удастся доставить сюда Ротса, дела пойдут на лад. Этот парень много чего умеет. Он из частной военной компании, и он умнее, чем может показаться на первый взгляд. Эй, плохие новости. Я не смогу пойти с тобой. Ты же видишь, что у меня с ногой. Буду помогать тебе отсюда. Что поделать? Знаешь, как сильно я мечтала об оперативной работе. Я готовилась к этому всю свою жизнь, но я не так себе все представляла. У нас ведь не должно быть привязанностей, да? Чтобы они не мешали взять и все бросить. Я так и сделала. Не помогло. Я к ним привязана. Это мои люди, это мой город. И мы его отобьем. Давайте-ка... Да, ладно, ладно. Вся надежда на нас. Нельзя их подвести.
Упускайте свой шанс. Нам нужна твоя помощь. У меня лучший ассортимент во всем Нью-Йорке. Нет, так нет. Как-нибудь переживу. Не знаю, зачем зэкам электростанция. Ничего хорошего ждать. Что хрена ты творишь? Ему же больно! Слушай, я на врача 6 лет училась. Мне плевать, что ты там видел по... У нас ЧП в Мэдисон-сквер-гардене. ОТГ и ЦРУ устроили там полевой госпиталь, но в него вломились бандиты. Персонал взяли в заложники. Эти... ОТГ и ЦРУ устроили там полевой госпиталь, но в него вломились бандиты. Персонал взяли в заложники. Эти люди нам нужны... Диспетчер, ситуация снаружи под контролем. Запишите в отчет. Пришел спецотряд и всех спас. Спасибо за отчет, отряд Браво. Будьте начеку, сохраняйте боеготовность. Рад, что вы живы. Теперь нужно обустроить базу. Зайди туда, осмотрись. Я, наконец, обзавелась транспортом, так что скоро буду. Давай. В здании Гарден полно бандитов. У них в заложниках доктор Кэндалл и ее персонал. Доставь этих врачей к нам на базу, чтобы было кому работать в медблоке. В вашей группе новый агент. Подключи меня к системе безопасности, и думаю, я смогу найти Кэндалл. Подключаюсь. Посмотрим, что тут есть. Смотри, тут записи камер. Бандиты заставили Кэндалл и других врачей оказывать помощь своим раненым. Только поэтому их еще не убили. Похоже, их люди наверху, в ресторане. Бандитов тут много, но если с умом использовать укрытие, ты сможешь перебить их, не подставляясь под пули. Обнаружен новый противник.
Обнаружен новый противник. Внимание! Обнаружен новый противник. Кэндалл и ее люди все еще наверху, на кухне ресторана Кобис. Ну и погром тут устроили эти бандиты. Мой папа безумно огорчился бы, если бы увидел. Мы с ним часто ходили сюда на матчи. Наверное, даже хорошо, что мои родители этого не видят. Но есть и те, кто борется, кто до сих пор не сдался. Мы стараемся ради них, агент. Так что вперед! Чтобы добраться до Кобис, придется пройти через несколько зараженных зон. Там было много больных, пока их не перестреляли. Так что осторожней. Агент из вашей группы ранен и нуждается в помощи. Внимание! Обнаружен противник. По ним ведут огонь с крыши, шагу ступить не дают. Тебе нужно подняться наверх и убрать этого пулеметчика. Нас прижали! Мы не выберемся отсюда, пока кто-нибудь не уберет пулеметчиков, которые засели на крыше! Действуй, агент.
выведут и спасут. Только не раскисайте. Отряд Альфа, наш агент зачищает крышу. Кэндл уже у вас? Так точно. Она и ее люди только что прибыли. Как только крыша будет зачищена, мы их отведем на базу. Внимание! Новые силы противника. Внимание! Новые силы противника. Врачи спасены! И Гэндальф, и весь ее персонал! Обошлось без потерь! Хорошее начало, агент. Жаль, меня там не было, я бы прикрыла. Тем не менее, из нас вышла отличная команда. Когда вернешься на базу, поговорим с Кэндалл. Она многое может для нас сделать.
гости. Этот Гарден был просто адом. Я, конечно, и раньше работала в сложных условиях, но... Да уж. Тут, конечно, не храм на Оке. Приборов нет, персонала нет, за дверью толпа пациентов. Так не пойдет. Мы делаем, что можем, доктор Кэндалл. Если вдруг у вас есть предложение, поделитесь. Да знаю, знаю. Дареному конвою все такое. Но я же должна понять, откуда этот вирус взялся и как его убить. Он убьет на центре. Я считаю, что тут заметил место доктор Гордон Ампер. Одна из наших главных задач — наладить стабильное электроснабжение. И самый оптимальный вариант — это линия в Патвее. Туда отправился бывший армейский инженер Пол Рок. Вместе туда все отряды. Они еще не вернулись, и на связь выходят. Нам нужны и это электричество, и этот Рок. Причем именно в таком порядке. Ему же больно! Слушай, я на врача 6 лет училась. Мне плевать, что ты там... Какого хрена? У нас ЧП в Мэдисон Сквер-Гардене. ОТГ и ЦР устроили там полевой госпиталь, но в него вломились бандиты. Персонал взяли в заложники. Эти люди нам нужны. Особенно Джессика Кэндалл, врач-вирусолог, которая руководила госпиталем. Найди... В здании Гарден полно бандитов. У них в заложниках доктор Кэндалл и ее персонал. Доставь этих врачей к нам на базу, чтобы было кому работать в медблоке. Мы останемся здесь и прикроем тебя.
пока помолить. Пора собакать. Подключи меня к системе безопасности, и думаю, я смогу найти Кэндл. Подключаюсь. Посмотрим, что тут есть. Смотри, тут записи камер. Бандиты заставили Кэндл и других врачей оказывать помощь своим раненым. Только поэтому их еще не убили. Похоже, их люди наверху, в ресторане. Бандитов тут много, но если с умом использовать укрытие, ты сможешь перебить их, не подставляясь под пули.
противник. Обнаружен новый противник. Внимание! Обнаружен новый противник. Кэндалл и ее люди все еще наверху, на кухне ресторана Кобис. Ну и погром тут устроили эти бандиты. Мой папа безумно огорчился бы, если бы увидел. Мы с ним часто ходили сюда на матчи. Наверное, даже хорошо, что мои родители этого не видят. Но есть и те, кто борется, кто до сих пор не сдался. Мы стараемся ради них, агент. Так что вперед! Чтобы добраться до Кобис, придется пройти через несколько зараженных зон. Там было много больных, пока их не перестреляли. Так что осторожней.
Только помолись! Пригнитесь. Внимание! Обнаружен противник. По ним ведут огонь с крыши, шагу ступить не дают. Тебе нужно подняться наверх и убрать этого пулеметчика. Нас прижали! Мы не выберемся отсюда, пока кто-нибудь не уберет пулеметчиков, которые засели на крыше! Действуй, агент.
Отряд Альфа. Наш агент зачищает крышу. Кендалл уже у вас? Так точно. Она и ее люди только что прибыли. Как только крыша будет зачищена, мы их отведем на базу. Силы противника. Врачи спасены. И Кендалл, и весь ее персонал. Обошлось без потерь. Хорошее начало, агент. Жаль, меня там не было, я бы прикрыла. Тем не менее, из нас вышла отличная команда. Когда вернешься на базу, поговорим с Кендалл. Она многое может для нас сделать.
фаза прошла успешно. Повторяю, есть первая фаза. Поток...